Каким образом оно влияет на подсеть? Кто такой адмирал без штанов? Заработало? Стрим. Я ребутнул. Почему-то отвалился интернет. Я не знаю, что с ним было. Что за адмирал? Тут я сказал. М? Тут я говорю. Знаешь, Джин, теперь перезагрузка сопровождается отрублением интернета. Это вообще интересно. Вон в чате пишут. Что пишет? Кто такой адмирал? Мой адмирал Гонором играет поц. Ну давай. Егор, мы сегодня играть будем, нет? Да, мы стартанули. Мы просто искали пятого. И я, ты видел, я улетел в аут. Не знаю, что произошло. Вообще, интересненько, интересненько, что происходит. Сейчас я кое-что отпишу. Кто такой адмирал? Не знаю. Друг Зиктода, но у него вроде, он говорит, хорошо играет. Лучше, чем он? Наверное, Лучше, да. чем он? Здравствуй, Лал Сайленс. Здравствуй, Маркин. Короче, на этот раз мне вообще непонятно. Теперь у меня в этот момент выключает интернет. В момент завису на компа. А мне интересно, кто на какой роли будет играть? Я на роли Абадона. Вообще без выбора вообще. Могу на роли вейфера. Ну смотри, Зиктот сейчас на саппорте хорошо играл. Так что роли мы легко распределим. На каком адмирал кто это вообще? Я не знаю, кто это, на что он способен. Кто адмирал, какая роль? Я не знаю просто, какой он игрок, что. Типа стартуешь там дома. Смотри его игры, у него там все мощно. Ну нет игр. У меня пока не отображается. Да это дота глючит. Но он 99 уровень с рапирой. И у него хорошие показатели average. Выше моих. Намного выше моих. На сотку выше моих. На некоторых отображается, а некоторых нет. Почему? Да это дота. А когда челлендж будет? Челлендж, когда голосование закончится. Да ты на инвокере будешь играть. Да я, как только Лео это сделал, я... Просто.
Нет, как только Лео это сделал, я написал, что инвокер выбывает из голосования. Ну там теперь либо Нюкс, либо Чен. По два голоса на того и на того. Я лучше на инвокере. Лео накрутил 46 на инвока и думает, это беспалевно. Не, я говорю, Амиру, чё ты часами перестал играть? С кем? Да, я в доту устал играть. Он не хочет проигрывать. Нет, зачем? Так, время. Сэнпай, у тебя там фанат появился, у меня кто-то переименовался из друзей в сэнпай, сказал, хочу быть как Наум. Недавно в Майн, кстати, заходил. Мне Уи скинул аккаунт свой. Лицензионный. Короче, реально, там на инвокере 46 голосов. Так беспалевно. В одну секунду 46 голосов, и все просто какие-то левые бабы. Открываем голоса за инвокера. Валерия Петрова, Елена Шашкова, кто... Тебя. Кто такие, непонятно. Екатеринбург. Наверное, Джонни попросил. Замужем Казань. А он, кстати, в Дискорде еще лап в сети. Кто? Джонни. Я знаю. А че он не играет? Лео пишет, пофигу, я зачем голосовал? Нажимаем за голоса, и там написано... Голосование-то не анонимное. Там написано, кто за кого голосовал. Покажи нам Магнуса, адмирал! Подождите, а Джин будет саппортить? Или он со мной идет в харду Магнусу? А, он тебе пишет, покажи нам Магнуса. Лео спалился по всем фронтам. Кому он пишет, покажи нам Магнуса, адмиралу? Или тебе на ум? Джин, фарми. Ну чё он ждёт-то, блин? Бикайте! Бикайте! Рандом? Он настолько уверен в своих силах? Моментальный ранг въехал. Под кого? Не знаю, просто я пикнул сразу моментально. Да. И, блин, слушай, Лон Друид рандомом, это, возможно, то благодаря... Я же говорил, он вообще парень уверен в своих силах. То, благодаря чему мы выиграем. Я посмотрел сейчас у Лон Друида винрейт. Лон Друида винрейт меньше 30%. Алло. А Егор этот, а вот то репостить оттуда получается. Ну, эти меньше 30% может быть это играть. Чё репостят тут? Вот эти 9 репостов распространяются на 3 конкурса. Нет, они никуда не распространяются. Они на конкурс на квапу. Почему они не пикают? Не знаю.
Сейчас Джин за Мипу будет играть. А, не могу определиться. Пока репостов не наблюдаю. Зачем? Только голды потеряли, блин. Не могу определиться. Вова пошел срач. Так медовик пикает. Какая разница, что он, блядь, если он уже выбрал, что он тупит-то? А я не знаю, возможно, он вообще умер. Как бы Феникс Смит, это немножко... Я прям заметил уже игрок. Феникс Смит, это как-то странно. Я не знал кого. Но антимаг знал кого. Ладно, позже вернемся. Блин, Морс. Уходишь уже, жалко. А сейчас что он ждет? А, обязательно сапы и мид последний, чтоб сапов не... Чё? Я немножко не в теме, реально сапы берутся последними? Да ладно, вдруг он профессионал. Не, ну, если этот моб где хорошо ультанет, то мне РП дать вообще изи. Наум, ты тогда фармишь у меня на лайне? Да. Блять, у нас нету стана. Блять, тут смаки не нужны. Да ладно. Да и заткнись ты, кросс уже, блять. Не неси ты хуйню в шалава, блять. Это его парень, будет защищать его. Рот, ты закрой вилла твоего тимага обосранного, блять. Пикнул бацвен, я ссал хуй, блять. Да не, а АМ там точно виноват был, не говори. Там слил игру Шторм и Нюкс. АМ все правильно делал. Я тебя за поле, иди, адмирал. Да, Джин, может мы выиграем? Чё ты? Да, бля, какая разница, его репорты получат. Не слушай, Кросс, это бомб, который постоянно пиздит на всех, блядь, просто, а сам лох. Просто по жизни баклан, который родился. Баклан, кстати, Виверна хороша против... Виверна хороша против Лондруида, потому что кидаешь в Лона и Роман. Надо же, догадался я, блядь, темпларку против друида, блядь. Ой, против Мирана, блядь, новая сел, блядь. Ну, он хочет стрелу поймать. Пиздит, смотрел. Знаешь, молодец. Ой. Почему он нам нужен? Потому что мы этого до сих пор не делали. Ну ладно, на ум. Здорово, можно с тобой играть? Можно? Когда место будет, сейчас мой фулл пати. Ебать, там урсами. Ну почему я без щита играю? Откуда тут Мирана нахер? Поставил я вард. Я говорю, надо было блочить этот стак же. А то мне гулять с вардом это пипец. М? А иначе не поставить вард вообще нигде. Ну туда они будут делать от воды. А мы ничего не делаем. Я не до... Не, туда я не дойду вард поставить. Не знаю, будет ли место. Блин, меня расстроили этим ФБ сразу под стрелу. Молодцы, ребята. Хочешь с ним подраться? Чё ты туда лезешь? Вот, мне физит, ты стоишь, что делаешь? А потому что антимаг. Просто... Они... Так они это и делают специально, чтобы мы с ним... Нам надо антимага развлекать, а не их. Потому что это они нас развлекают, а не мы их. Блять, ну давай ты будешь просто стоять и пускать на башке. Ой, пипец, поразвлекали. Мне нужен просто туда сраный вард, чтобы вот это говно закончилось с нашим развлечением. Наум, дай пробужу, щит. Подойди ближе. Я за руной верхней. Блин, ну... За руной верхней, блядь, саппорт, блядь, ёбаный, сука. За руной, блядь, пошёл, дебил ебаный. Так, а чё, на саппорте тут плохо.
Когда она имеет модность? Ну и чё, ты по-прежнему думаешь, что мы сможем туда отводы делать? Умирал, я же тут поехал здесь. А то, что, блядь, дерево нахуй вообще никак не поставить, ему вообще до пизды, блядь. Ебанутый, сука. Наум, а чё ты в кустах стоишь? Ой, не туда. Ты АФК? Что происходит? Не, это пипец, у нас антимаг фрифармит как раз благодаря этому. Или не фармит, как курсы, да? Не, это говно какое-то, зачем я его послушал? Туда нужен был вард. Они будут отводить постоянно. В итоге у нас Наум АФК стоит. Ты здесь? Наум, да нельзя без варда, они будут отводить, мы никогда не отведем. Ты понимаешь, что они уже там даблстак сделали? Джин, давай я у тебя встану. Ставь туда сюда вот. Куда? Ну сюда, замочь. Будем хотя бы их видеть, что они... Вот и, это надо было с самого начала. Вот этот... Трюк со стрелой будет... Все, понятно. Потому что его надо было сразу ставить. Я иду к тебе, Джин. Что-то у нас чисто разло. Мне тёлка сказала такая, как пидор. Рот закрыть, это тебе надо, пидор ты обосранный, нулевой, блядь. Все, играйте. Я буду с Джином стоять на ум, ты потерпи как-нибудь один, не знаю. Я ебал с такими уёбками играть. Пошел, пошел, вон, блядь, уёбок. Да, буду тебя слушать, пидорасы, да? Ебаный, блядь. Они в прошлую игру не ссорились, а эту что-то начали. Потому что это чему мне не помогает, блядь. Да, именно так. Все, можете в мут друг друга кинуть и играем. Да не, я клоуна этого послушаю, он прикольная девочка. Ну ему реально против этого никак не выстоять соло. Да он пиздит, потому что как чмо, как не стоять, если он сначала. Давайте игры проиграем, пиздит, давай просто соло. Нажмем кнопку плевать и все, все ли будем. Нахуй играть вообще. Давайте с ним посремся и. Каким образом он может стоять один, почему расскажи? Терять время, давай лебнем, не хочу играть. Надо было мне с самого начала идти наверх, тут можно было медведя убивать. Тем человеком, вот, который изначально пиздит, еще игра началась, он уже тут захуел просто. Ну ладно, я под стрелу и без станов действительно не очень хороший выбор. Проще всего, блядь, чинить нахуй это самое. Ладно, я поставился уже 3 раза под стрелу, и я даже не знаю, что с этой связкой делал под стрелу. Слушай, Наум. По-моему, вот это просто бред, что стрела не врезается в иллюзии. Ничего не бред. Адмирал, куда ты лезешь? Не лезь туда. Охуенный челик. 0-2. Джен, иди фарми, я тебя прикрою. Я никуда не пойду, я пойду мид нахуй, ему помогать. Нет, я тебе буду, все. Не надо ничего мне. Просто фармил, не лез. Классно, ничего. Очень классно, я 3 раза сдох в начале, и медовик умирает. А как медовик умирает от урсы? Его Мирана гангает, наверное. Главное, мы могли убивать этого медведя тогда, пока нас убивает. Ууу, все. А почему он себя сунул? А уже игра проиграна, Егор. Вот потому что вот этот дебил блядь. А морг меду мешает, нормально. Потому что вот этот дебил, блядь, просто мне не помогал вначале, нахуй. И чё получилось, блядь? Захер, нахуй. Сейчас, секунду.
Попросил паузу нажать, никто ничего не жмякнул. Давайте, может, это попробуем. Сейчас одного убить, золото поднять. Я не понимаю, вы прошлую игру с ним хорошо играли. С чего теперь он началось? Он просто ушел, ты не понимаешь. Он взял, просто кинулся его лейтер. Это бы каким надо быть дебилом, нахуй. Блин, нас лонрейд рандомный уничтожает. Наум, как дела там у антимага? Уже БФ есть? Минус Ланая. Он мне ничего не делает, он просто фармит. Он ничего не делает, просто фармит. Ну я понимаю, что он просто фармит. Да, это рейтинг, но кажется, у нас закончился рейтинг. Не это ужас какой-то. Он хорошо играет, поэтому надо пойти с ним рейд играть. Хотя еще для дежабычку. Это был друг Зиктода. Это был друг Зиктода. Нам нужен был просто пятый. Я звал Кирилла, Кирилл не пришел. Вчера мы сыграли точно так же пятером. Так мы вчера отлично сыграли пятером. Урсу можно. А, у нас станов нет, точно. Ух, что вот этот пик Ланаи в конце, это вообще... Мы сейчас сыграли троем. Мы сыграли троем. Знаешь, что нам кинуло? Нам кинуло шторма 1.11. Адмирал, кинь потом репорт этому пидору. Зря я тебя позвал. Дайте книжки летит. 10 минута. Саппорта от бога. У Эмма БФ, наверное, сейчас будет. Ждите на минуте 12-13 БФ. Нам бы вальнуть кого-то. А мы им позволяем все что угодно делать. Да не ходят, вот просто по двое. Вот что ты можешь делать по данному? Ничего. Вообще ничего ты не можешь обадовать. Этой связки в соло ничего не мог сделать. Я выигрываю на керри. Я играю на керри на своего. Но у нас... Ты Магнусом-то тоже ничего не можешь сделать. Против связки вот этой стрелы ты тоже ничего не можешь сделать. Я эту связку снимаю с союзника. Я и так засейвлю от связки стрелы, я снимаю стрелу. Только тут уже бесполезно все. У нас нет ни станов, ничего. Блин, ну придите, они по трое ходят по четверо, понимаете, в одну. Чем прийти? Мы только что были. Все, это закончилась игра. Они так приходят. Приходят кучи постоянно, а у нас по одному забирают. Все так и будет до конца игры, просто если мы тоже не соберемся. Чем нам собираться? У них урса сейчас с Аегисом. Мы его просто так-то убить не можем. Ой, на 12 минуте они уже выиграли. Хотя, может как-нибудь. Нет, никак. Начало какое-то не очень. Да даже пик наш не очень. Какой нахер? Да нет, блин, у нас в конце в мид надо было что-то такое контролище, что-то прилетающее. Что-то со станом. Опять Мирана.
Ну это связка и говно какое-то. Вот лучше бы Мирану пикнули. А что делать против этой связки? Не подставиться под шар, а как ни под него не подставиться? Джин. Чего? Что делал против связки Мирана Шиде? То есть это стопроцентная пятибальная всегда. У нас еще и Виверна дает им возможность. Просто он стоит под вышки, ни одного ТП. А, мы все как бы с ТП. Ну вы не успели, бля, он тут ходил. А мы бы ему ничего не сделали. Ну тогда я смысл играть. Они просто ходят трое-четверо, ловят нас по одному и все. Потому что мы всей командой сейчас уже ничего не сделаем. Отошел 15-0. Кирилл, ты должен был с нами играть пятым. Ты должен был стоять на миду. Да как ты дофармиться бунтов хотя бы. Луна, уходите, сейчас ебануть. Ей насрать. У нее там три... Лана, ты же видела. Сейчас стрела будет. Ты же видел. Уходи. Он сотый уровень с рапирой. Я уже понял, какой он уходный игрок. Ну мы тоже обосрались. Нихуетку убрать уже, а? Джин, вчера мы нормально играли? Я думал, будет так же. Потому что вчера мы играли, блядь, сами нахуй. У нас был... На миде на синкере, блядь. Вот и все, ёб. А сейчас какой-то уёбок, блядь. Тупорылый, блядь. Сука, бесит уже. А в чем все варды я покупаю, неверно? Я хожу на базу каждые 2 минуты, бля. Пизди. Пизди. 17-0, мы хотя бы одного завалим для приличия. Урса под хостой. За два тавера. Вот сейчас Урсу можно убить. Она на базе у нас. У нас Урса на базе. Тима. Я бегу. Ты мог меня в заморозку кинуть, я бы выжил. Посмотри радиус заморозки. Рейнджа не хватало. Рейнджа, понимаешь? Каким образом? Небольшая заморозка. Он пиздит. Рейндж. Что? Рейндж небольшой заморозки? Километр. Небольшой, но я до тебя не долетал. Как это? Я здесь умер, ты здесь стоял. Он пиздобол. Может, ты не пробовал? Нет, я пробовал назад. Блин, там километр заморозки. Урса у нас на базе был, и никто ничего не сделал. А то же самое здесь, вот говорю, меня хуярило, она под вышку. Да это не вот здесь. Это большая разница. Да не, это в жопу игру, это. Не вижу смысла. Ну вот она опять здесь, вот она на базе. Никто ничего не сделает. Вот видишь, тоже ничего никто не сделал. Ну вам бы с Джином надо было прилететь, когда у нас Урса вот здесь ходила. Это был килл на 1000 голды. Возьмите ТП, у нас противник все больше и больше наглеет. И лезут на середину базы. Убить, получить кучу денег и что-то пытаться сделать. Да вам надо было прийти тогда на базу Урсу убить. Your top tower is...
is under attack. Chosen. Один, один. Фига у него реакция. Беги, я не могу. Да, ты его не убил. Наума, от тебя надо был первый скилл и все. И ШД бы умер. 21-0. Вот поэтому я всегда в меню хочу обсуждать, что мы берем, а не просто вот так вот. Ой, а давайте что угодно. Логику, что мы вчера точно так же сыграли, ни разу не играя. Все было нормально. Ни одной игры с ней не играл, а выпускаешь рейтинг. Что я делаю? Да, он сказал, я возьму Виверну, потому что у меня на нее красивый сет. Как вам сет, ребят? Ой, килл. Камбэк. Вообще, эта катка пахнет так, что тут можно как-то камбэкнуть. Не знаю, я скупаю все варды, почему верно ни одного не купил, без понятия. А, нет, один сентряк купил. Откуда у меня осид за ШД? Урса даже Рошу не хочет брать. Ланая первым майтем взяла Dragon Lance. А толку в этом? Че-то прошлая игра была не такой уж плохой. Че, вроде... Ну, 0.10 на Абадоне у меня еще ни разу не было. New experience. Егор, а чё ты в левеле отстал жестко? Я пришел только. Потому что я превратился в фулл саппорта в какой-то момент игры. Только что Радик чувствовал. Мудак даже не хилку. Я хожу каждую минуту на базу. Просто мудак. Просто мудак. Блять, везде мне один раз ультануть на лондруида, и медведь его порвет. Так сложно. Верно, здесь из тех героев, как там дочь. Одну ульту надо дать. Это все Кирилл виноват, я считаю. Кирилл ушел, а сейчас бы... Смотри, Зак континент. Чё там? Нормально. Почему он на антимагу ультанул? Надо было не на антимагу ультовать, тогда бы убили. Наум, давай РП. Я курить пошел. Ой, вот этот обосранный ублюдок запнется когда-нибудь? Или его просто в школе... Ну, сраться вы зря начали. Конечно, без срача, может, что-нибудь и было бы. С таким отношением он будет все время игры сливать, пидорас, тот криворукий. Что его Тима постоянно вытягивает бомжа такого.
Прошлую катку нам мы играли, я, Джинзи, кто-то, абсолютно все были нормально настроены. Ну, кроме союзного шторма. Вот, мы ее проиграли из-за того, что наш шторм был 1-11, и у меня больше всех дамага на ободоне. Сейчас у тебя 0-10, у мидер 0-5, лучше? Нет, я тебе рассказываю, мы ее выигрывали. Ту игру мы выигрывали. Уже не умираю я. Я как 10 раз умер, ни разу не умер. После 10 раз я остановился. Я тебе объясню, сейчас я хожу, потому что у меня есть ульта. С тех пор, как у меня появилась ульта, я не умер ни разу. Я не умирал с ней. Джин, го на последний бой. Я так и не понял, никто мне из вас не отвечает, что делать со связкой Мирана ШД. Нет, а реально, вообще что-то можно сделать, когда они в начале? Капельку взять? Блин, они, главное, не начинают, не борзеть, ничего. Они пушат через иллюзии. Они ждут, пока вы спуститесь с КГ, как сейчас. У него Аегис. Я щит кинул ему. Аквила. Вард на одной части карты полностью показан здесь сейчас. Да это было на другое, Кирилл. Кирилл, это в начале было. Они убивали в начале, прямо вот здесь. И ничего нельзя было с ними сделать. Тебя суют в шар, она кидает стрелу, стрела пролетает сквозь все иллюзии и убивает тебя. Да на самом деле просто два дебила и все. Два. Вся проблема в двух дебилах. Больше проблем нет. Ну, не знаю, я все равно не знаю, что против этой связки делать. Я ничего им не смог сделать. Можно медведя грохнуть на кучу голды. А как он медведя так быстро тпшит к себе, даже под дэмэджем? Будем ждать, пока иллюзии не допушат. Какие-то у нас потные очень противники. Даже вот так вот доминируя, они суд зайти. Они даже не будут вырываться, они просто спушат. Кирилл, да мы вдвоем стояли. Ништяк закупал антимага. О, что это такое? Иллюзии. Не иллюзии. Или иллюзии. Даже иллюзии так сейвит. Наш ШД выиграл. Практически соло ШД. А, трипла в хард, берут ВД, Винга, ВК, триповый. У нас было Мирана, ШД и антимаг, и ничего сделать нельзя было. Ну ладно, классная игра. Oh.
Ну блин, меня в заморозку хоть раз за игру. Как он мог не успеть? Не думал, что он так быстро так тебя убьет. Кого-нибудь из вас кидали в заморозку хоть раз за игру? Да у нас 5 будет, либо троем в рейд пойдем. Я не понимаю, там кастуется мгновенно третий скилл. Это уже слито пизон. У нас полностью разлад с самого начала. Магнус РПХи не дает, ну и пиздец вообще. Сам могу сказать, что я топовый выпить, блядь. Чуть не давало. Не знаю, почему он меня не спасает третьего. Вообще жалеет на меня этот скилл. Только на себя и... Адмирал дает. У нас сегодня пик у противников был слабенький. Первую игру. А они нас расхерачили благодаря шторму. А тут уж я обосрался сам. О, надо же. У тебя ульт есть. Даешь Мирану, она умирает от урсы. Да. У них блин. Радиус ульты огромный же. 30 минут на РП. Вторая РП. Можно эту игру удалить из своей истории? Что ей не было. ДРП за игру, за 30 минут, как? Чувак, ты, да, ты, блядь, своего ульты вообще видел? Не знаю, он нормально. Мне хотя бы, если РП нормально играл. Они здесь, когда он там, там, со сдох, когда он шаг делал. Вот это, блядь, ульт. Блядь, ну она сдохла в секунду, я не успел просто. А что вообще, две РПС, ты копил на свой ёбаный блин, ты копил на этот блин. Я тебе что-нибудь говорил про твою игру, что-нибудь говорил? Я вам покажу много часов. Почему ты не даешь РП? Почему ты их не даешь? Хотя бы уёбищный. Потому что нету дамага, собирает. Ну хотя бы попробуй. Что-то делать, но не просто стоять. О, Джин Терриал успел дофармить. Это, ну сейчас-то да, ну хотя бы уже ты мог не подкормить, блин, попытаться с нами драться. Есть чем съебаться, одному... Блин, ничем мой щит тебе не помогает. Классная игра. Сколько сняли? Минус 21. 0.13.2, офигеть. Кикни и уйди спать, и быстрей. Блин, репорт надо. Погодь, мне надо перезагрузиться. Кирилл, ты будешь с нами играть? Блин, как мы вчера хорошо рейд отыграли, и чё сегодня? Мне надо две игры в рейте выиграть, чтобы компенсировать с лихвой сегодняшней катки. Всего лишь две. Даже в плюс выйду. Кирилл, ты будешь играть? Кирилл игнорит. Кирилл просто игнорит.
А, не, он жив. Не знаю. Зиктода надо на керри сажать. Что? Не знаю. Я сколько не вижу, какой. Ну, Зиктода мы играли вчера, был нормально. Не знаю. Вроде что-то умеет, вроде. Да у него солд 4-491. Он не играл сейчас на 4-400. На Сларке неплохо играл. Нет, он на Рубике сегодня... Не... На Рубике он хорошо сегодня играл, все правильно делал. На Сларке он вообще ничего не делал. Говорю, на Рубике он... сегодня играл он хорошо. Ну, может быть. А на Сларке вообще не... запозорился. Проблема, что вы сретесь между собой. Проблема то, что у Киваруки осел, блядь. Да нормально. Ему надо просто брать Рубика, а не Виверну. На, вот сейчас давайте обычную сыграем, пятером проверим. Чувак просто поставил мид, и он не знает, что пикать на мид. Это как так? Ну мид не знает, но... И, Джин, ну вспомни... Вспомни нашу предыдущую игру. Ни одной претензии ни к тебе, ни к Nobody нельзя было сделать, потому что все играли прям правильно. Нам сруинили только... Нам сруинили только два рандома. Сейчас он заруинил просто... Ну я тоже сруинил, ты вот... Идет время, он не знает, кого пикнуть. Он пикнет не король, не знает, что пикнуть. Я тоже подыхал сейчас нереально. Давайте попробуем не рейд. Или не знаю. Я. Почему мы не, хоть ну, раз не можем. Не почему мы хоть раз меню не можем примерный пик свой назвать? Чтоб связку взять или что-то еще. В чем наша проблема? И все говорят, да ну зачем это нужно? Кирилл с Дженом зайдут когда-нибудь. А ты мне кинешь приглашение? Да. У меня нет. И тебе, и Кириллу горит. Горит приглашение. Нажми меня, перестать игнорировать. В чем проблема нам сейчас сразу обсудить? Например, хоп, на ум Магнус. Я сказал сразу это. М? Сказал, да, ну ты говоришь, а остальные сидят молчат. Я не пикал только потому, что я ждал, чтобы первого саппорта как бы пикнули, правильно? Они не стал становиться. Как не твое сапо, если ты сегодня шикарно сыграл на Рубике? Наум, ты реально не видел. Они сегодня вдвоем отлично вместе сочетались. Джин с Зиктодом. Не надо банить никого. Ну я сейчас слышу, как они сочетались. Ну блин, ты не видел первую игру. Ни одно слово они друг другу не сказали. Ну чё, обычку или рейд? Нет, я обычку, да не буду речь. Давайте Captain Smot тогда. Посмотрим результат Captain Smot'а. Почему он залил мне две игры, блять, а? Да не заливал он тебе игру на Рубике. А что тут Рубик-то? Сказал, залил две игры. Его просто нахождение испортило все. Нет, да первая была хорошая. На ум можешь посмотреть счет. Вон, смотрим первую. Все было отлично, кроме 3.10 и 2.12. Очень медленный был шторм. Рубик воровал реально хорошо. И разбег бары, и бафа, и все на свете. Если бы тот биомусор не пиздел, блядь. Сука, ребенок, нах ты в дот, а играешь ты так. Реагируешь на все. Да не было бы норм, Ланая вообще никуда. Ланая, не знаю, зачем там Ланая нужна была. Сам чмо, блядь, и чмо еще позвал, блядь. В итоге два чума, бля. Вот встретились вы, конечно, зря. Да потому что, блядь, нехер был. Все, Captain Smot, кто будет капитаном? Попросил прийти помочь, нет, блядь. Вот, ну вот и получай нахуй. Блин, прошлое намекало на победу. Мы могли столько поднять ему мэра. Давайте играем. Бля, я пикать не буду, сам пикать. Мы Captain Smot, пусть Джин пикает. Пусть Джин пикает. Как можно саппортить, если чел гонит на тебя с самого начала? Кинуть его в мут и стоять с ним на лайне саппортить. С ранки нет?
Что? Это мы сразу. Ты тоже сказал, что он дал на антимаге херово сыграл. Хотя на антимаге он точно все правильно делал. Он фармил вдали и приходил ультануть, убить. Типа ничего более правильного он там делать не мог. Он не про антимага, а про последнее. Нет, он говорил, что когда ты на него начал гнать, он сказал, ты на антиманкер как в прошлый сыграл. Блин, как мы Свена... У Свена даже золото минут небольшой, 771. Как мы его так упустили, неизвестно. Егор, какого хрена вчера мне мут на 10 выдал? Кто? Кто тебе выдал мут на 10? О чем ты? Я ушел жрать, вы с Морсом срались. Как на котле сыграл? Купил все, что хотел? А? Как на котле сыграл? Выиграл? Так нет, понятно. Че купил-то? Все, что просили, все сделал. И бабочку. Да. У меня золото 383 в минуту. Однако я собрал Сашу Яшить, изолятор, бабочку. Я тебе не давал мут, ты чё? Я ушел есть. Какой мут? Кирилл, знаешь, сколько сегодня рейтинга потерял? 50. Офигеешь, Кирилл, нет. Не 50, Кирилл. 47. Ничего себе. Ничего себе, да? Считать ты умеешь ли? 47, блядь. Сколько? 47, блядь. Ну, посчитай. 39 так-то. Точно. Я что-то совсем уже. Да. Не в ту сторону. Сложил, вычел. Дурачок. Цифры перепутал местами. Да, я не знаю, что вообще сделал. Сейчас я подумаю, что я сделал. Не Я не знаю. знаю, как это могло получиться 47. Я из 8 вычел единицу и сложил остальное. Бля, я сейчас Ладно. включил стрим дреда, прикинь, смотрит 3000 человек. Да, ты мне говорил. Он какую-то хуйню стримит. Сразу видно, я считаю А, на калькуляторе всегда. уже 5000 человек. О чем он стримит? Да, хайзи. Ну, конечно, если он не в разделе Dota, у него всегда И там не Картман, очень. да, и Картман смотрит У 5000 человек. Картмана 5000, он выключил ботов. Ну, не выключил, у Стрея Это 6. мало, ты думаешь? У Стрея 5000. 7000. Ой. Нет контроля, он пикает Марфа. Так он Марфа Смог, пикал, смог. когда еще слот оставался на контроль. Есть норм керри. Нету, не было на букере. Пусть тут дятел посмотрит, кто был забанен, а кто нет. Бля, игра нашлась, да? Да, Кирилл, может, ты ее примешь? Снимай нахер с таких ущербов модера, нахрен даешь дауну модера, Да сейчас который сними со первый всех модерей, что агрится. за хуйня? А Да я сейчас даже вот... не знал, что Морс забанил его. Да сними со всех модерей, оставь кого-нибудь одного, блядь. Пиздец, чат модераторов, Так долбоебов. я делаю правила новые, что теперь у модеров модерка уходит, если они... Можешь, блядь, просто снять, блядь, а не делать правила. Не могу я просто снять, они ее Почему нет, заслуживали. блядь? Кто кого что заслужил? Я заслужил модерку, ты За... что, блядь? Ой, с тебя сниму. Ну, блядь, снимай. Я один такой, нахуй, там. На стриме, Да, блядь. ты один. Просто очкуешь снять, потому что я, Нет, блядь, на тебя все просто... Я остальные за сочкую, блядь. IQ. Они получили за IQ. А я один, да, просто так получил. Да, ты просто я получил. Снимай, нахуй. Сейчас сниму. Тогда тебе сразу Фу, джин блядь. забанят. В смысле? Список игр не показывает у тех, кого ты не в друзьях. Теперь так? Да. Чё? Это новая фишка Доты? Новая метода. А зачем это сделано? Откуда я знаю? А команду свою смотрел я сегодня. Captain's mode. Да, я сегодня команду свою показывал. Бери, Кирилл. Хэви! 30 seconds remaining. Ну, выбирай быстрее. Кирилл, бери быстрей. Enemy's turn to ban. Джин, Вайда, давай под что-нибудь. Вот что Морс сделает Урсе и Свену. А у них был Свен? А Эму. Так его законтрили. Антимага взяли после Морфа. Какой Свен? А Эм. Спасибо. Почему здесь всегда банят Вайда? Войт уже не такой уж сильный.
Это распик так начинается. Всегда инвокер воет, всегда распиком идут вначале. Зачем? Ну, я так считаю. А смысл это? Комбинация идеальная. Да не, ну просто вот именно менять персонажа бесит, игру ломают, и они всегда хороши в любой пик. Не знаю, как они хороши в любой пик, если они сейчас не так уж прям видны. Да, почему тогда ты не пикаешь на роли? Кирилл, я посмотрел, инвокера берут очень часто на втором месте по пику, знаешь? И в чем фишка? У него винрейт 40%. Винрейт у инвокера, так что пусть его пикают. Игорь, помолчи, а. Давай, возьми Джину Трента и пусть не рыпается. Джин, возьми Джину Трента. Слушай, бери нам Трента, Чена. Охуенно. Так, Трент, Чен, Люкан. Висп, да, еще? Нет, надо что-то отстойное совсем. Трент, Чен, Люкан, Висп. А, да, Висп. Трент, Чен, Люкан, Висп. И Кирилл или Широка. Отличный пик. Сука, заебали своим агаром, а. Давай Тэтчерс хотя бы. Блин, слили 38 рейта, наш. Как быстро. Вообще. А если бы мы первый выиграли, нам бы дали, ух, нам бы дали как раз 35, наверное. Но я там не думал, что Шторм настолько тупой. Надо, я думаю, без мастера взять, да? Вообще ништяк. А кто им играть будет? Ты никто не умеет без мастера играть? Нет, мне не нравится он даже. Давай первый можешь не взять, и все. Вайпера в первый пик. Да нахер ты Абадона берешь? Так надо. Не хочу играть Абадону. Он приелся. Когда я на нем выигрывал, это было хорошо. Когда я на нем начал проигрывать. У меня черная полоса в рейте, кажется, наступила. 3773. А это все пошли катки на 4К ММР. Даже на 4500. 4К помойка, блин. А я не знаю, волшебник сказал, что он играет по 20 игр иногда в день. А каждый раз, как я его зову, он на АФК или нет его. Надо... Слушай, адмирал, нахер он взял вот это вот? Зиктот. К чему там Ланая была? Не знаю. Он мог взять даже инвокера, уже лучше было бы. Блин, а реально, не посмотреть же его игры. У чувака 4000 матчей. У него 4000 матчей, он берет Ланая. У меня Reconnected to the Dota. Connecting to the Dota, координатор, логин. Чё? Чё-то они Линку берут, она сейчас не очень игрок. Да почему? Бери нам Мипа, Сенпай будет учиться на нем играть. Сенпай. Будешь учиться на Мипаре обузить? Бери Абадон, у меня он заколебал. Не-не, тут все ништяк, тут все продумано. Мне достал этот Абадон, бери. И Егор на антимаге мне, да? И пиздец. А антимаг баня. Не знаю, возьми что-нибудь другое. Возьми мне Траблейда. Против Лины. Шпанстан задуло и ультануло. Это Лина только что, блядь, как раз я играл, ну, на ТБ. Она тупо меня контрила, пиздец. Да. У меня же мало хп там. Стан, задувка и ульта. Короче, мне сейчас... Это жена Юрия.
Мне теперь кажется, что сейчас сильнейший керри в мете это Свен. Да не, нихуя. Не знаю. Он... Да просто его не контрят в паблике, его законтрить легко Свена, пиздец. Он нажимает свою ульту, блядь, берешь Бейна, ставишь на него свою ульту. Потому что мы даже с Дрелизом играли, там была полностью просто накатка, и мы бац, выиграли, не пойми как. Зачем они Акса банят? Мы не хотели Акса. Потому что не хотят, чтобы ближника, они будут ближнего керри брать, чтобы Дарксира и Акса не мешали. Слушай, Джен, ты хотел взять Дарксира или Акса? Ну, Дарксиру был бы вообще не штага, на карте. Сларк сильнейший керри, Сларк контрит с антимагом. Не ближний маг, а как контрит. Давайте, кто харда-то? Я не знаю, что в харду. Ваши варианты. Харду? Не знаю, да. Я, кроме харда, я больше ничего не знаю. Вайпер? Сан Кинга и Сларда. А подожди, Абадон куда идет? Роум. Роум Абадон? Не знаю, что нет. А кто у нас соло керри стоит? Через первую, вторую будешь играть. Не через вторую травить, а первую, вторую. Подожди, Роум Абадон, дабла в харду. А кто в изилайне один стоит? Почему дабла в харду? А не будет у них алхимика, интересно? Ты сказал. Аганимом идут. Всем. Может, пас играли еще? Может, запрещать? Слардара можешь взять, реально, Лина Слардар не переживет. Вот я о том же и говорю. Слардар вообще ништяк. Да его от пиздец. Пинамита Магнуса вообще ништяк будет. Слардара в триплет, пиздец Слардара. Энаскал нет. Ну, блять. Как ты слышишь на меня, Фарде, так точно отпиздит. Сларка тоже Свен зарубит. Да, мне кажется, Свен сейчас сильнейший керри. Да бля, Свен есть контрпики, блядь. Я знаю контрпики, но керри на керри сейчас Свен смотрит сильнее всех. Леона взять против Свена. Взять, блядь, не знаю, Леона против Свена. Да вариантов куча, чего взять. Но я просто Вайпер, говорю, по самостоятельности сейчас Свен сильный. Мне он даже больше импонирует, чем антимаг. Можно побегать, тот же Вайпер до него не добежит. Я тебе говорю, можно его или вернуть. Типа его контрпикнуть очень легко. А где наш медовик и керри? Чё вообще будет? Чё возьмешь? Ой, давай на мид тролля, а в мейн керри у нас пойдет. Сейчас. Пай на Магнусе, и все. Нет, в мид тролля, а в мейн керри у нас Люкан. По-моему, мощно будет. А чё с Люканом? Он вообще вывалился из всех игр. За последний год я видел только, что Джонни его взял. Блядь. Если сейчас возьму Магнуса, блядь. Фантомка его казнит. Фантомка стан получает. Магнусу, конечно, не очень приятно будет РП давать. Много чем как бы 50 на 50, так что я вот думаю. А чё, кто у нас керри? Какой керри? Я насчет Сларка или... Сларка Лину не любит. Чё там? Один раз его увидел, а его нет. Давай Свена Магнуса, реально. Пика сейчас Магнуса, если они будут контрить Магнуса, мы керри подберем. Если они сейчас Свена пикнут, они себя так убьют, них, просто слышь, пик. У нас последний пик, они сейчас просто Магнус его ой, берут Свена и все, блин, на вот спик. Ну, и они себя уничтожат, пик. Ну смотри, ну возьмут они себе Свена, и что у них будет вообще такое? Ну, джиггернаут мид, а... Мидовой джиггернаут? Да не, слишком законтрим. Все-таки стартар может Свену помешать, легко. Да нет, нахуй фармить, не зря же они забанили эти драксиракс. Джаггернаут бы страдал. Да. Ну, Свена 3 плюс 20 армор. Может, что они алхимика пикнут, но им всем аганимы. Такой, знаешь, а у них есть реально алхимик, который может за 15 минут сварить аганимы всем. Забанить алхимика, пикнуть Свена. Забань алхимика, бери нам блудсикера в керри. Офигенно, под РП, подо все. Вот, и еще одному аганим идет. У них, смотри, 4 челика, идут аганим себе. Добавь толхи. И все, они такие ливают.
И на мид пойдет, мне кажется, ты хочешь обсуждать. Дум мид пойдет. Смотри, Дум пошел на харду, эти втроем пошли бы это, и Алхимик пошел. О! Они нам тоже обломали. Подожди, да фантомка зайдет. Ну да. Фантомка джаггернаута разбирает. Да, хуй не знаю. Или Тиник. Медузу. У них. А, у них джаггер для быстрого пуша. Можешь бомжа взять. У них нечего бомжу сделать. Да, в Ред Кинга тут ничем не ко. В Ред Кинга я бы взял. А чё они сделают в Ред Кингу? Станы ему насрать, Джаггернаут тоже поднасрать. Да в Ред Кинг нормальный нахуй. В Ред Кинг охерен зайдет. Ему и Дум не будут давать. Да. Тогда за ВК буду я играть. Уже. Давай, иди за ВК. Легко. Зиктоду с Лардара. На уму. Зиктоду с Лардара. Ну, Свен бы вообще не зашел, просто порубил все к чему. Да, да, да. Ну и Свену Дум дал и. О, я Сларк... так и знал, вот это вот. В Ред Кинг. Точно в Ред Кинг. По-любому. В Ред Кинг через Орчит какой-нибудь. Зиктод, бери себе. Дайте, как я покурить схожу. Паузу поставим. Кирилл, ты, наверное, дисраптор, да? Да мне похуй, мне без разницы, я молю. Спроси его. Все у него. Сам. Ну он ждет, пока. Кто-то возьмет, я тоже жду. Блять, ладно, чё? Не знаю, ну ты. Просто сапчак. Ай, ну слушайте, если чё, валим всё на Джина. Будем говорить, кто тебе сказал. Как хуйня, вы... Вы охуели совсем. Я жду паузу, я сбегаю по стану. Капитан, никто не будет капитана поставить. Да всё, какой не будет капитана, если мы все вместе пик обсуждали? Над этим пиком мы все работали. Ну, кроме первых трех его пиков. Первые три он, конечно. Мне кажется, у нас слабый пик, а не... Нет. Да Абадон тут зачем? Я не хотел играть за Абадона. Бомж ёбаный, только на нём и умею играть. Я не хотел за Абадона, серьезно. А прикинь, сейчас реально опять проиграем? Проиграем за объемом стрелу. Ты знал, что у Абадона есть лицо? Да, он там светится иногда. Не, у него зубы есть, я сейчас приблизил, у него тут глаза и зубы. Чем Кирилл занимается после работы? Во время своего отпуска? Ничем, я прохожу Final Fantasy, пью пиво и играю в дозу. Слушай, он похож, это Вич-доктор. Фу, какой он мерзкий. Это Вич-доктор. Пусть Лардар роумит. Кирилл саппорт, а я второй саппорт. Ой, сори. Ты аж блеванул, по-моему. С привлёвом, да, признайся. Как тебе вкус желчи, Кирюх? Да не, все нормально. Я просто обычно микрофон мучаю, а сейчас я думал, что он меня замучил, но он оказался не замучен. Я поднимаю микрофон, когда пержу, можете на стриме заметить. Да. Пасхалочка для завсегдатых. Откровение, блядь. Пасхалка для завсегдатых. Пойдем? Шутка. Хули в топ-то зачем в топ-то ходить? Там вам пизды могут раздать просто, снизу точно не пизды не раздать. Я тебе дам. На пофиг. Убей их. Да, четверо, если Джин не возьмет, конечно, смешно. Мега спортмен, здравствуй. Вот это ник. Где ты был 3 дня, мега спортмен? Вот смотри, против ник Сларк, если его гнобить не будут, он их всех. Нехуй наверх ходить. Кто сейчас там наверх идти, блядь? Полная хуйня. Ни одной руны не взяли, как всегда, блядь. Я не сказал наверх идти, это все Кирилл. Кто-то сказал наверх идти, блядь. Я что не... говоришь? Мы так остались вниз заходим. Ходим, блядь. Я тебя просто не слышу. Если вниз идти, то будем 5 на 5 драться. Кстати. 4 на 5. 4 на 4. А если вверх идти, блядь, против всех будешь, когда долбоеб, смотреть на них, как обычно. Вау! Нахуя ты, Егор, вверх пошел, например, объясни мне. Вот что ты сейчас делал? Пиздец, у нас... Отвали, туда... Кирилл! Ну,
блядь. Пиздец. Сейчас сдохну. Ты чё, съебал отсюда, блядь? Говно кусок. Они спалили вард. Слушай, я не ожидал, что они там останутся на горе. Стереген запуленный у дома. Я тебе кину щит и уйду на базу. Линия пушится. Я выключу микрофон. Рогать будешь опять? Был в школе. Фамилия в харде, это не круто. Сейчас все будет, дружище. Не сцы. Ты сейчас соберешь себе. Не, я не сцу, мы до грибов не дотронемся. Ты себе кусачку соберешь, и все будет. Кирилл, я реально не знаю, как НС там обузил с лордаром харду. Мне кажется, это у них. Я говорю, если тебя пиздец хардил, били раз. Если не получилось тебя отвести, ничего сделать не получилось. Ты просто в лес и фарми лес нахуй. Так любая харда играется. Это я знаю. Ну так а че ты фигил в прошлой игре? Мы вдвоем с Сенпаем стояли. Ну, нахуя вдвоем ходили, это вообще пиздец. Просто хотел задоминировать. Он мне нафидел три раза, потому что... Ну вот Сенпай даже ничего не сделал, стоял с моё, как я умираю. Против триплы такой вот именно триплы. Я, по крайней мере, не снимался. Идёшь триплой, стоишь триплой. Просто пошёл танковал и сдох. Три раза, блядь. Ну, значит, приходи сюда, Кирилл. Нет, свои проблемы. Да я сниму стан Лина, главное, чтобы в тебя давали, а не в меня. Я за руны. Да я про то, что мы не подойдем к крипам, вот и все. Да вы вот такой же хуйней, как в вашей игре занимаетесь. А ты просто сейчас уйдешь, и все, а я останусь. Вы сейчас так же пройдете эту линию, как в вашей игре. Нет, все, Кирилл, молчи. Ну, нет. Болею пипец, хочу поспать, с другой стороны, хочу тебя посмотреть. Ты можешь засыпать под моим стрим, так все делают сейчас. Ты стрим только и засыпает, да? Да. Я, мне даже предлагают вести вместо спокойной ночи передачу по первому. Бля, я думаю, сейчас кипов получит. Да когда она в тебя стан даст уже, достала? Съебал отсюда. Бля, мне не ликов на него дают. Да у тебя уже хватает, по-моему, на кусачку. Либо, короче, мы сейчас делаем, что у нас скинг стоит снизу один против дома, и идем втроем наверх. Либо, блядь, я не знаю, мы проебем. Проебете вы нас всех, что ж ты можешь. Сейчас ПТ соберу, я можешь уходить. Нормально у нас все. Нормально! Ну они линию запушили, почему ты. Вот, а, вард забанили, ну вот кто ставил? Егор, это мой вард. Это мой вард. Мой друг поставил мой вард. Посмотрел, пойдем. Да, это классический вард, просто сейчас перестали ставить почему. Я с этим вардом всю жизнь. Упс. Бля, иди нахуй. На самом деле, мы тут убьем с дисраптором. Сейчас я приду. Возьму левел еще один. На нижнюю руну законтрите. Сейчас возьму. Да вообще, сейчас, короче, смотри, возьму ДД и иду наверх. Слышь? Давай, убьем просто. И мы можем даже дома убить. Линия у нас запушена. Можно, да? Серьезно убьем. Ну, блядь, я не вижу. Сейчас он поближе подойдет. Давай, стан. Вы чё, с ума сошли? Да Кирилл не хочет там идти. Я наверх. Давай, давай, давай. Давай, быстрей. Бля, ну пиздец. Ну и чё? Да, под крипов ты красиво. И орёт ещё, мы лайн отпушили. Пойдёмте на голову. Через саблю играем. В курсе, да? Молодец. Я тоже всегда через саблю им теперь. Бля, ну хотя бы сейчас пофа... Ой, пацаны. Ёбаный рот. Сарка. Слардар! Мы тут убиваем. Пиздец. А вы сказать не могли, что вы идете туда? Но он же пришел ради этого. Я прилетел, чтобы смотреть его фармить. Скажите мне хотя бы. Окей, ты просто не в дискорде, это напрягает. Если чё, я свистну, когда там мне пизды будут давать. Подожди, ну реально, видно было. Я прям при нем ТП сделаю. Да. Ну ладно.
бывает, наверное. Пиздец. Кстати, я один не заберу, мне там помощь. Ну давай, не жди, ему она откатится. Ну давай я продамажусь и на бас пойду после. Сейчас я еще стакну третий. Настакался тебе не пойми чего, и что теперь с этим делать, неизвестно. Что-то хуйня, нормально, два стака он зафармит. Три он делает. Уже три, да, уже три. Пусть Магнус подойдет, даст им пауэр. Ты не умри там сверху. У тебя маны нет. Умер, блядь. Ну боец. Да не умер я ничего. Не спушит. Пошли стаки забирать. Сейчас я отлекаюсь, приду, кину щит. Подожди. Это 4К? Нет. Это... Этот. Как его звать-то? Captain Smoot. Captain Smoot. Мало не хватает. Да. Стак нас выйдет, походу, короче. На смит пушится. Бифа нет. Подойдите ко мне, я сейчас щит пробужу. Раскарась мамонта этого, я сейчас подойду. Подходи, Слардар, заберем все стаки. Давай, если можешь, волнуй его. А, у тебя мам КП. Ну я иду, короче. Не знаю, под вардом, не под вардом. Я нажал смог. Бля, я зря глиф. Вначале стан не давай. Нет, два. А, он фул хп уже, да. Вот взорвется, Даш. Мы ничего не сделаем, да. Не, мы ничего не сделаем. Сейчас еще один кину. Замедлил большого. Он не юзал ульту, ты дум мне дали. Он не юзал ульту? Джаггер. Я не подойду к вам. Это там нормально все снизу, ничего, он ульту проебал просто. Модеры всегда угадывают, да у меня достаточно тупые модеры. Ты что, как они могут викторину угадывать? Я видел, ты там такие вопросы гуглил, пиздец. Невозможно. Самосхваление он нагуглил, думаешь? Да не, там есть, я видел, как недавно вопрос какой-то совсем ёбнутый, и человек просто через минуту на него ответ правильно даёт. Кирилл, там же подсказки. Подсказки? Буквы подсказки? Да, там все буквы там появятся. Да, там Егор пиздец. Ну просто, наверное, Кирилл, ты подсказки тупой. Да. Мы с тобой это уже обсуждали, Кирилл. Люди не такие шумные, как тебе кажется, просто они туповат. Я наверх. Не, так зачем пошел ты на неё? Да ладно, нормально. Я иду на низ. Калки нету? Вообще есть что-нибудь? Да все есть, пойдем попробуем. У нас Наум умер. Ладно, я ушел, попробую лес покормить. Я глипс нет, КД. Ну хуй с ним. Ой, боже, ты трое, блядь, призвал Олдрана. Я тоже такой тут стою. Да, ты не чувствуешь, что ты пришли. Лучше б я на мид ты пошнулся потерпеть. Ну ка у нас может лес просто уйти фарм, если че. А вы кауль сбили? Ну, ему дум дали, ты не сбил. Ну я знаю, ему дали дума, я думал, это до ульта был. В смысле, блять, ему дали дума, убили потом. А, он не умирал. Я-то подумал, что? Он умер. Все. А, я наверх. Тупой Кирилл пристает ко мне вечно. Ну, наверху у Сларка уже ПТ есть. Доигрались. Мы там ничего им не сделаем. Доигрались, все, у Сларка ПТ. Парень расфармился. Да, вот меду бы этого долбоеба убить хорошо было. Ты мне кажется, лучше в лес идти с этой линии, нахуй тебя убить. У меня Слардар в лесу. Не создаем, мы просто там прям где-то. А, убили, да, Магнус. Не вернуть стану. Я ничего не делал. Это ж конический рофл. Мне, кстати, в лес нужно. Блин, а Сларк-то залупается, можно, в принципе, его и отфигарить. Мне прилететь вниз? Бля, ты же ВК ушел. Да не успею даже в ТП шнуться, слишком тебя быстро стер. Вы из-за игру не следите, просто нихуя. Инфа была, блядь. Так я видел, что вниз не надо ходить. Ну, почему Сладар ушел? А, бля, у них скайп уже знает. Ну, это проблема. СС.
Чем он сейчас популярный? Я думал, это было полгода назад. Круг не въебать, круг не въебать. Мне что-нибудь там прийти сделать? А ты кем? Потом жага 10-го. Не умри для успеха. Нас выиграет кап... Пока, Морсик. Нас выиграет Капитан Смолот. Фидин, почему зря? Отвали от меня, Сларк. У нас двое сейчас. 4, 3, 2, умер. Блять, Егор, ты мог. Это первая на... смерть. Ты мог прийти на низ и не умирать сверху, блядь. От Сларка на Фидин. Первая. Не знаю, что делать. Джаггера не убить. Первая. Хотя светка с одним падением. У меня есть ТП на низ, я не смогу засветить, если честно. Здесь капля нужна. Да надо убивать этого Сларка вверху. Ну пусть он тебе стан даст, что-то она не хочет вообще. У меня секунда до шестого была, меня бы Сларк не убил. У дома есть дом? Ну конечно, блядь. У меня ульта сработает даже под домом. Меня видели тут. Надо было бычить. У нас у Джина ульта, у меня ульта, надо было бычить. Вообще да. Ну, Лину можно было. Хотя бы их разогнать. Вон, смотри, смотри. Я дам прокас свой. А мы это сдохнем. Кирилл, ты дурак просто. В смысле, блядь? Меня вышли и убили, блядь. Снял сразу стан. Минус один. Увыкай сюда. Ты только не умри, Егор. Нормально. Увыкай еще ультает. У него нет дома. У меня дом. Он тебе дом въебал. Бля, хорошо, Джаги. Спасать на него. Не могу. Тики, нажимай, иди вешай щит. Щит дам. Он не снимает Сларка. Кто-нибудь придет на низ или нет? Я попробую, если получится. Не знаю, что получится. Для этого не убью, да? У нас Магнус с РП просто стоит наверху. КД, ТП, алло, сказал. Ну а как так вышло? Мы деремся больше минуты. Как так вышло? Я наведу просто число, блядь. Что значит нефиг драться? Мы дрались больше минуты, у них вся команда пришла. У меня КД, ТП, ты можешь, ты слышишь меня, алло, блядь? КДТП сколько времени? Я понятно объяснился, у меня КДТП было. Сколько времени КДТП? Я только что прилетел. А как ты мог только что прилететь, если мы там минуту дрались? Не знаю, с Джином сейчас жили, не пойми сколько. Могли убить просто всех. Я сказал, у меня КДТП, нахуй что ты сейчас говоришь? О том, что мы дрались дольше минуту, а ТП откатывается быстрее. Я не об этом. Я о том, что во время драки ты ТП-шнулся наверх. Не во время драки. Вечно ты, блядь, что-то пытаешься там... О, где Магнус? Там была очень долгая драка, и ни Слардара, ни тебя не было. На самом деле я даже резнуться не успел. Кирилл успел резнуться после смерти и прийти обратно. Убейте его. Да, набор этого долба его зачем? Пополам, нахуй. Только пришла, Егор опять кого-то обвиняет. Я не обвиняю, я недоумеваю, почему ни Слардар, ни этот не пришли. Если драка реально была полторы минуты или больше. Ну, Слардар, блин, сейчас будет убить. Нормально. Наверное, Джин, я... если бы у тебя ульта была макшенная, она бы успела откатиться, пока мы дрались. Я делаю меку. Ну, Слайка шел бы изучать информацию.
Это Кирилл его раз видел. Да у него уже давно все было. Да Кирилл его раз видел. Ну и я разок. Зачем ты меняешь голос, пытаясь мне подражать? Если бы я хотел тебе подражать, я бы нос сжимал и говорил вот так немного хохтава. Бля, Лина тебя могла уебать. Но она и не решила отбить. Кто-нибудь ТПшница? ТПшу. Ну, никого нету, всем пофиг. Ну во, чуть-чуть бы раньше. Вот это все. Пока мы были живы. А ему не хватило маны. Джаггернаут-то... да. У него диффуза. Бля, хуё. У него диффуза, из-за этого он убил Слардара. Давай. Да, загоняй его. Блин. Вези. Надо, да, ты пожадничал просто. Решил с саблей его херакнуть. Чё там за калитка скрипит? Линка хочет в табло. Я могу её вернуть. Не подними, пизделя. Не дадим. Не уверен, что дадим. Нам после всего будет. Егор, отойди, бля. Имею ульту, вот Магнус надо возвращаться и РП давать. Я КД ульта, сейчас себе 5 секунд. Да, мне не успею не подать. Я КД ульта. Тур сейвить, посмотри. Не о чем сейвить. Они пятером. Егор, хочешь табло? Да нет, не очень. Зачем мне это нужно? Ой, как же нас классно. Вот сейчас у них нет ни черта. У нас есть РП. РП! Реквестирую! Уходим, все, подрались. Я все скиллы дал. Жалко, они все скиллы свои срали. Сейчас бы их просто цепануть. Драка еще идет. Слардар просто от бога, блядь. Я ему еще один рекорд дам, если меня будет. Сдует этого долбоеба, блядь. Не знаю, почему Слардар, блядь. Ничего не понимает, что им делать надо. Your bottom tower has fallen. Что, Егор? Я подходил. Бля, как я тебя задефлю нахуй, блядь? Как я тебя задефлю? Хоть выйду Джаггернаут. Нет, Лаут. Да, действительно, а то, что он с мага с пол игры, блядь, фармит то тут, то тут, то тут, блядь, да, это все охуительно. А то, что я сейчас слился, это было, это мага. Чтобы собираться, блядь, я хэстабер первым махом. Ты больной? Ты больной? Нахуй тебе хэстабер? Слил мир. Посмотри на Джаггера. Заткнись, посмотри на Джаггера. Посмотри, сколько он ганги. Посмотри на себя. Посмотри на себя и посмотри на Джаггера. Нахуй ты мне что-то говоришь? Сейчас слился от скин, блядь. Без команды. Ты дебил, ты пол игры фармишь Джаггер ганги. Джаггер. Джаггер не гангующий вообще. Фарми ты, блядь. Что-то я легче ворот поставить на месте. Без проблем.
ушел. А раньше можно было прямо отсюда. Но на ум Магнуса маловато в этой игре было. Очень часто он очень был нужен. О, тут все бабы. Ну, пока две. Вроде новенькая деваха есть. Нам нужно какой-нибудь шикарнецкое РП, можно даже после смерти Джина. Да, тут даже без РП, ебать. Тут бесполезно. То, что, блядь, у нас один долбоёб вот этот есть, блядь. Который вообще не понимает, как играть, вообще не герой. Альфач в чате. Я альфач здесь. Егор, ты знаешь, что там как... Не как финиш РП, но, блядь, тоже охуенно. Ёбаный в рот себе. Там вся эта гильза, братья, ему и в школе хватает, отстаньте от него в чате. Справа Сларк, Шедоблейди. Пацаны, Шедоблейди, что от Сларка? Бля, короче, проебали, сука. Сука, ничего не говори. Ничего не говори. Не, нам пизда, нам нужно дефицит. Кирилл каждый день новый мат придумает, чтобы его озвучить. Недавно это был сучий хер. Сегодня это хер херамрази. Я не говорю такого. Ну да. Бля, ничего, потерял. Вот, у нас три деваки в чате, один мегамен. Че, мы не будем дефить этого? Я бы дефил. Я бы дефил. Снял. Все, блядь, сучка. Она успела ультануть тебе. Только мы с Лака не въебали. А, там. У меня маны не хватает, просто не а я пытался тебя засейвить. Блин, Джин, я так пытался тебя спасти, я видел, что у тебя маны нет. Но не хватило ничего. Жди грейпсы, Джин. Стики, стики было покупать. Я в тебя столько щитов накидал, кошмар. РП хорошее было. Магнус дает РП, я тогда кладу ульт, они все умирают, нахуй. Я сейчас еще огоньку пью, пиздец. Я сейчас в этой драке просто не успел Лину убить раньше, чем она в Кирилла ультанула. Да нет, это да похуй, я выжил, меня Старк убил. Я видел, что ты выжил, но так бы ты был с ХП побольше и один альфа. Я альфач. Да не, пока сдал на меня похуй, реально, я там ничего не мог сделать уже, как долго я просто бегал. У меня армия девах в чате собирается. Кирилл, зайди к ним, не хватает четвертый. Лину надо убивать. Можем. Не боись ты. Она с Думчаном. Да, идите убивать. Я могу. Двое. Я умираю сейчас. Ничего, нам не выйду из тупи. Нет, не гони. Уходите. А у него маны просто не было. Кирилл хорошо сыграл. Если Егор альфа, то у меня хорошая дикция. А чем мне не альфа? Не сдохните, пожалуйста, потому что у меня нет, у меня прокас есть. Сейчас резу, через 25 минут. Бля, мне еще левел лапнуть немножко, а то что-то совсем хуёво. Куплю, пожалуй. У меня большой шлем. Везет все. Не всем нам так повезло. В каком месте я альфа? А в каком месте я не альфа? Я просто культурный. Я культурный альфа. Это не метод для альфачей. Прыгай. Снял, прыгай. Вот сейчас джаггернаута можем убить. Ну и
чё, блядь? Чё, соски нахуй? Нахуй пошёл назад. Зря. Ой, ну сейчас я заплыву. Ну ты идиот, Кирилл. Всё нормально, пацаны, его ёбать. Ой, я себе ульту случайно активировал. Бля, я говорю, если Магнус дает, я кладу ульту и вообще ничего не делаю. Не знаю, где до этого был Магнус. Где-то. Нет, ну серьезно, где Наум был первые 20 минут игры, я не знаю. Сейчас две драки с ним, и мы их выиграем. Егор, отстань. Я оформлю. Я оформлю. Пуш мид, блядь, куда все разосались, нахуй? За Егору отвечу, сук. Да никто меня не обижает. Как можно обидеть Альфача? Я чё, омешка, что ли, обижаться? Го, давай маны. Я даю ману, только когда сам захочу этого, Кирилл. Я Волочку соберу, потому что джинов лайфстил мне недостаточно. Мне нужно... Я хочу большего. А чё у нас с Лордаром вообще имеется? Нормально. Бля, мне на гним-то не нужно. Джин! Успей добить, отходи. Нахуй мне аганим в этой игре. Ёбаный рот. А ты мне зачем в этой игре? Бар поставил только что. Кирилл, как ты зачем аганим? Джиггернаут БКБ нажмет или закрутится твоей ульте? Он не может закрутиться. Он нажмет БКБ и закрутится. А Джиггернаут не покупает БКБ, Слав не покупает БКБ. Ой, Джиггернаут часто покупает. Не, реально, аганим, я зря покупал. Форстаф Лину можешь собрать и форсикаться оттуда. Нельзя ж портить. Сквозь стену нельзя. Ну вот, я обычно так ставлю. Ровно 5 минут говорил, что я пошел спать. Чё, блядь, делать? Надо сразу просто... видно ребенка. Хотя ГОСТ нахуй. Да мне кажется, ты вообще в этой игре не нужен, Кирилл. Ты так обсуждаешь Айтима, кого-то от тебя что-то зависит. Да не, просто очень много денег потратил на кил. Можно собрать Орчит, и это целиком тебя заменит. 5 орчетов. Нет, потому что твоя ульта была нормально только на... Ксения, Собчак веду. Может, Собчаку? Ууу, минус Лердер. Не надо сейвить его. Уходи. А надо, надо. Смотри, они же все всрали. На самом деле, инициация хорошая. Далеко. У вас минус 2 уничтожить. Еще Сларк придет. Джин! Сларк сзади пошел. У меня маны нету, ништяк. Чё-то не очень вышло, драк. Мы чё, Дума одного убили? Спасибо Сладару, мы убили. Подождите, я не понял, мы убили одного Дума за эту драку? Да. А мне показалось, умерло кто-то еще. Это я такой невнимательный, что ли? Да просто не надо было дойти, Егор говорит, неплохо получается. Так мы убили, я думал, больше, чем одного Дума. Может, байбекнулся кто? Полная хуйня, мы проебали игру. Никто не байбекался? Я ничем не могу. Ой, ульта не сработает, надо было манго носить. А чё Джиггернаут? Сдох, сдох. Можем еще выиграть, можем. Надо манго какую-то джину. Или даже не знаю. Бля, бля, бля. Вау. Сука. Пиздец. Идите нахуй, чё вам надо от меня? Суки. Ёп. Чё, давайте я вешеный хульту стану. Давай. Меня не вернуть никак. Не вернуть тогда. Пиздец, как поебали. Сладар вообще топчик. Да закрой ты ебло, просто вот вардов нету, как я буду врываться, блядь, куда я нихуя не вижу. Я уже ворвался, блядь, пятеро было, заебись. А зачем ты ворвался, если мы далеко очень были? Так там была типа одна лина, а из вардов я не вижу, одна там, не одна она, блядь. Я вообще, я ошибся в этой драке. Я вам сказал, типа, продолжайте, продолжайте. Блядь, поднимусь, 4К, вот я с ним поднялся. Чем, блядь, с этим ублюдком тупорылом, который вечно пиздит, и только, блядь, настроение просто, блядь, дерьмо пиздит. Я не понял совершенно, что в драке произошло. Мне казалось, мы убили не только Дума. Ебалый в рот, такие игры чмошные, блядь. Надо посмотреть реплейчик.
Чё, там только Дум был. Ну я не понял, как Дум только умер. Я хочу понять, что произошло. Что, Куран, Байрам? Что ты хочешь? До меня домогается. Пусть домогается. Я должен своим гаремом, и надо делиться. Что, Блейд? Да не надо нахуй подставок, не надо. Да. Могу ему Кирюшу дать. Может это Мор домогается? Мор. Морс. Ну типа у нас Джину очень надо с Кади какой-нибудь. Пиздец, кожан хуёвый, блядь. Варды он дает 3 скилла и все, больше удачи не хватит. Два стака сентри вардов, которые нам очень, блядь, пиздец как нужны. Да, да. Помимо вардов надо брать еще дез варды. Тем более при дезе варды. Фарма вообще нету, блядь, всем похуй. Лажи вам, да, еще тут 4 лежит. Из них мы точно въебем. Гурем. Будете драться за звание старшей жены. Кто-то смоки даванул? Бля, он сказал же снизу всем, пиздец. Меня поймали. Ой, почему же он там один ходил, действительно? Чё ж никто не пиздит? Ладно, пойду китайский учить, удачи тебе. Бля, китайский такой сложный. Чё ты что говоришь? Я тебе слово не сказал, меня гнать иначе. Китайский самый сложный язык. Просто они вот пиздят, вот они меня уже заебали просто пиздежом своим. Я тебе ничего не говорил, что ты меня говоришь, что мало чего. Мне интересно, почему они ничего не говорят тебе, вот. Вот ты пошел там один умер, и чё ж никто ничего не... Потому что ты не слышишь, мы ему говорили в Дискорде. Так смешно. Так смешно. Сори. Так смешно. И не вывози чуваков из этого, а из урты. Без рапа. Дешоп-то, спасаем пацана нашего, спасаем. Я, короче, вешаю ульту. Драка. Хотя бы одного разбил. Магнуса где? А. У нас удар. Бля, я тебя вернул, думал, мне пиздить будет, сука. Буду, получается, буду РП дать. Нормально, пацаны, живем. В меня одного джаггернаут ульту дал, так что вы выиграли, выиграете эту драку. Магнус идет. Магнус идет. Их всего лишь двое. Стан! А, нету. Бля, барабаны нажми, барабаны. Барабаны! Дай второй скилл на ВК. Будем второй скилл. Второй скилл на ВК. Не надо. Вези его по тавр, блядь. Вези по тавр. Да он умер. Я реально не понимаю, почему ты не даешь второй скилл ВК. Он всю драку второго скилла. Почему ты не... Ты стопишь, Слар... Не стопишь, Слар... Да я вообще не понял, почему он не бафал ВК и почему Слардар умирающий не нажал барабаны. Похуй на мид спушили, пацаны, пока мы тут не занимались. Кто? У нас и был он спушен. Ну, блядь, они полбарка снесли. Ой, обосраться, Кирилл. Значит, вся эта драка мы проиграли, да, из-за того, что нам полбарак снесли? Бля, ну бараки само главное надо сделать. По-моему, тебе Блейд Мейл нужен. Бля, он умирает, да? А будет разворот, прыгай. Ну он не сделает как надо, он не забузит Армле, а забузит. Не забузил. Надо было переключаться. Нормально все. Ну просто, вот, наша проблема, что Слардар с Магнусом немножко так не доигрывает. Ну ладно. Ну, да, один умирает, второй приходит, второй умирает, третий приходит. Мне не барабаны нужны. Нет, на самом деле основная наша проблема, что Джину сжигает ману. Вот эту драку он встал, эту драку мы выиграли. Я считаю. После откатки точно пойду спать. Хорошо. Я после откатки, возможно, пойду жрать. Даже невозможно, а 100%. А, еще только 8 часов, ничего себе. 5 часов уже, блядь, час ночи. Кирилл, как дела? В смысле? В смысле? Нормально дела. Что ты не можешь? Ты кто? У меня еще месяц отпуска. Ой, месяц. Чё? Чё ты в этот раз без Жапании? Ещё вардов купил, выбирай. Ну что, мы визу забыли. По-моему, тебе очень БКБ. Ой, Блейд Мейл нужен. Просто вообще. Я хотел вообще в феврале ехать. Мне БКБ тут надо. В феврале? Блейд Мейл тебе тоже нужен. Бля, мне надо на гем немного бабок. Я аганим буду собирать в этой. Поскольку мы все вместе деремся, я думаю, аганим зайдет.
Да мех, а, ты собрал. Да меху надо, грифсы надо. Где они? Они эту драку всрали, потому что Джаггернаут дал ульт меня на 10 хп. Да и потом, потом ко мне присосался, сука. Не, вот так вот, сейчас я подожди 3 секунды. Мы дадим вам Рошана взять? Блин, нахуй я солдат покупает варды? Забирай варды, дизрап. У нас будто вардов нет на карте. Да, да хрена я слишком буду, вардов. Я тебе буду варды по КД покупать, только ставь хотя бы. А зачем их так много? Я всю игру ставлю варды, чё за хуйню базарят? Зачем они нужны? Да он, блядь, просто лишь бы, блядь, какой-нибудь хуйню сказать. Мы должны видеть уже на подходе к нам. Пусть ставят. Сейчас мы не видим нихуя, вот, вот это вот. Они уже меня бы начинали пиздить. Ой, на меня идут, ребят. А где варды, Игорь? У тебя варды? Игорь, у тебя варды? У меня два инвизных, они на базе валяются. Блядь, них на вар. Где, нету на базе? Есть, в куре. У нас эти... Ну, будем это, что-нибудь... Зачем зрителей крутил? Да я их не кручу, они сами прыгают. От 600 до 100. У нас варды упали вот тут. Как ты видишь, я сижу, ничего не трогаю. Смоки прилетят. Сейчас 60 это тоже нечестное число. Стой, 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 прыгай, стой! Ну ты чё, блядь? Ой, да. РП. Мне дум дали, я не пойду. Мне дум дали, блядь. ВК спасайте, что приснулся. Нормально, он разъебывает вам. Сларк один, Сларк один. Сука, иди сюда к папе, блядь. Изи. ВК даже не вставал. Я ВК дефил. Что произошло? Ты всю драку стоял в щитах и в хилах. А когда ты чуть не упал. Когда ты чуть не упал, я нажал грейвсы. По миду пойдем, по миду, тихо. По миду пойдем. Не пизди, по миду пойдем. Вард. Сейчас я сниму, я видел. 25 стаков, блядь, просто. Джин, ты под чем сегодня? Джин. А. Ты под чем? Ну ты хихикаешь как-то странно весь день сегодня. Чё, знаешь, пойдёте? Я чё-то хуй знаю. Сларка нет, о чём мы боимся? Хотя Сларка нету, бля. Можно. Пойдём, пойдём. Можем. Ты только нет. Сларка, блядь. Тогда пойдём на мой бэк разводить. Хуй знает, нам пизды сейчас дадут, отвечаю. Да, дадут, дадут. Дадут, дадут, дадут. Дадут, дадут, дадут. Да, Кирилл, дадут. У нас ульты, у нас все, у нас грейвсы дадут. Надо ближний хотя бы спушить. Да сейчас все спушим. Там он крутится под этим, под... Можешь перевешивать на него медальку, перевешивай на него медальку, если можешь. А, ну тем более у меня ульта есть. Да не, все, да. Рошан. Какой Рошан, интересно. Дамир, мое имя. Подожди, Дамир очень странное имя. Смотри, Аркану купил. Дамир. Оно что-то значить должно. Что-нибудь типа барсуха. А, наверху есть ПП? ДД. На 39 будет Рошан. Там нам верх несут. Да нет, их там. Сделайте кто-нибудь. Я отобью вверх, я успею. Джин балабол. Запишите где-нибудь. Он сказал 30.09, 39.09 Рошан. Я проверил. Если мы сейчас Рошана примем, вот хуёво реально. Ах ты, Егор Куру, меня перебиваешь. Мари Артев переподписался. Здравствуй, Мари. Тебя так давно не было. Кошмар. По тебе Морс скучал каждую секунду. Сообщение от него в этом... Я только сегодня только заметил эту хуйню. У меня сообщение в Твиче какое-то матерное от него. И ты не читал его? Бэнк, бэнк, бэнк. Только сегодня это увидел. Здравствуй, Мария, у тебя прошел период полураспада. Там настоящий есть, а нет настоящий. У этого дауна диффузов уже нету. Один два. Он будет обновлять. Или вторые диффузы закончились. Он уже купил вторые и проебал. Тебе главное дать эти два РП и потом не стрелять. Ха. А РП. Я снимал, по-моему, несколько раз диффуза. Бля, хуёво варп поставился. А, нет, сейчас. Вообще не люблю БКБ на самом деле на своих тиммейтах. Потому что я туда шар дать не могу. Ну это, мне кажется, справится еще патчем, как и этот. То, что БКБ теперь ДД не снимает и прочее. И типа БКБ не снимает щиток Дарксфира. А почему он должен снимать? Раньше, блядь, берешь ДД, нажимаешь БКБ, ДД снималось. Ну, не должно ДД снимать. Ну, раньше снималось. А щит почему я не могу дать БКБ?
Бля, они все там. Надо драться. Это иллюзии, разъебите. Эти иллюзии Джину маны пожгли. Через лагерь, вези. Понял, Лёха. РП.